Хотелось бы сегодня посвятить разговор семейным связям известнейшего русского поэта-символиста начала XX века Александра Александровича Блока. Причем связи это будут с родным городом нашим, городом Барнаулом, так как дядя Блока и два его двоюродных брата вместе с теткой проживали в Барнауле с 1900 практически по 1903 год. Нужно сказать вначале о выдающемся дяде Блока, Адаме Феликсовиче Кублицком Пиатух. Во-первых, он доводился Блоку двойной роднёй. Он был братом отчима Блока и одновременно был женат на родной сестре матери Софье Андреевне. В связи с этим, конечно, сестры были не только крепко связаны между собой, мужьями, братьями, да, но и напомню, что доводились дочерьми известнейшему человеку, ректору Санкт-Петербургского университета. У Кублицких Пиатух, у Адама Феликсовича и Софьи Андреевны было два сына. Это сын Феликс, который был на 4 года младше Блока, и сын Андрей на 6 лет младше Блока. Нужно сказать, что очень тесная связь была у Блока с братьями, особенно, конечно, вот в момент отъезда в 1900 год. В Петербурге семьи жили довольно далеко друг от друга, а встречались в основном в имении Шахматова. Под Петербургом, это имение деда Бекетова, по соседству жили, напомню, Менделеевы, что способствовало впоследствии завязыванию связи между Александром Блоком и Любовью Дмитриевной Менделеевой. Нужно сказать, что братья все трое создавали очень здоровую, веселую атмосферу. Вот как писал сам старший Кублицкий Пиатух, цитирую: «Сначала это были просто детские шалости, затем в моду вошли представления. В Мариинском театре тогда шел балет «Синяя борода», на который водили детей, и все втроем, Саша, братья, стали изображать этот балет. Особенно комичен был Саша, представлявший одну из жен «Синей бороды». Он влезал на шкаф в детской, оттуда махал руками и своими длинными ногами, изображая, как призывает на помощь с башни, несчастная жена «Синей бороды». И вот в этих атмосферах детских постановок театральных вырастало такое содружество трех братьев. Особенно бурным было, конечно, лето 1900 года до отъезда семьи Кублицких Пиатух в Барнаул. Так вспоминает мать Блока. Все три брата ездили вместе верхом, устраивали смешные представления на шахматовском балконе, много хохотали. И нужно сказать, что вот этот план жизни Блока, он мало известен, потому что Блок на самом деле всегда воспринимался как поэт сумрачный, одинокий, холодный, отстраненный от бытовой и в том числе семейной жизни. И вот переписка Блока с братьями, в том числе осталось несколько барнаульских писем, немножко более десятка, которые вошли в полное собрание сочинений Блока, они позволяют взглянуть на жизнь Блока и братьев совершенно с другой стороны. Нужно сказать, что решительный отъезд семьи Кублицких Пиатух вместе с детьми, с женой Софьей Андреевной, теткой Блока в Барнаул, был продуман самим главой семейства. Он самостоятельно, добровольно попросил переслать его в Барнаул и стал начальником Алтайского горного округа. Сам отъезд вызвал огромный переполох в Шахматове. Так, например, Софья Андреевна вспоминает о том, что мать Блока просто рыдала при отъезде братьев. Причем рыдала, судя из письма, не столько потому, что уезжает сестра с мужем, сколько потому, что Саша, Сашуня, как он подписывается в письме, теряет столь веселую компанию. Эту атмосферу совершенно задорного, здорового смеха, юмора, которая, пожалуй, в жизни Блока больше так никогда и не появилась. В Барнауле Кублицкие Пиатух жили в известном доме начальника округа, которое теперь частично занимает городская администрация на проспекте Ленина, знаменитый дом, где живет якобы привидение голубой дамы. Вот так сошлись здесь многие литературные пути. Семья существовала роскошно. Доход отца 11 тысяч в год позволял вести совершенно свободную в денежном отношении жизнь. И братья пишут Блоку о том, что они занимаются и верховой ездой, и катаются в лодках по заводскому пруду, и отправлялись в том числе в путешествие в Горный Алтай.
При этом нужно сказать, что сами письма Блока проникнуты совершенно нежнейшей заботой о двух братьях. Больше всего писем сохранилось к младшему брату Андрею. Дело в том, что Андрей был рожден глухонемым, но благодаря обучению в Петербургской школе для глухонемых он научился понимать и говорить по губам. И вот эта особенность устанавливала особо тесное взаимоотношение между Сашей и Андреем. Но письма к старшему брату, Фиролю, как называет его Блок, также сохранились. Нужно сказать, что Блока приглашали братья, активно очень приглашали в письмах, приехать к ним в Барнаул в 1901 году летом и даже совершить путешествие по маршруту Барнаул, Бийск, Чимал, Ангудай и обратно. И интересна причина отказа Блока, потому что в разных источниках мы совершенно находим разную информацию. Блок не приехал по разным причинам. Так, например, в письме он пишет, что мать не разрешает ему уехать и говорит: «Мне будет жаль, если ты уедешь», что якобы он не уехал из-за матери. Далее в другом письме уже к своей возлюбленной Любови Дмитриевне Менделеевой он пишет о том, что остался только потому, что она об этом его попросила. Ну и, наконец, есть свидетельство самой Менделеевой, которая в своих воспоминаниях под названием «Были небылицы о Блоке о себе» пишет о том, что Саша сообщил ей, что собирается ехать в Барнаул, где просят его прибыть братья Кублицкий Пиатух. И она пишет следующее. «Блок мне начал говорить о том, что его приглашают ехать в Сибирь к тетке. Он не знает, ехать ли ему, просит меня сказать, что делать. Как я скажу, так он и сделает. Это было для меня уже много. Я уже думала о серьезном желании дать ему понять об отношении ко мне. Отвечала, что я сама очень люблю путешествия, люблю узнавать новые места, что ему хорошо бы поехать, но мне жаль, если он уедет, и я этого бы не хотела». И дальше интересная приписка: значит, он не поедет. Как видим, Блок в пору влюбленности, это было самое яркое такое страстное чувство его летом 1901 года, уже становится таким своеобразным объектом манипуляций любовных Любови Дмитриевны. Он готов сделать абсолютно все, о чем она попросит. И вот эта поездка, о которой он на самом деле мечтал, он об этом говорит в письмах обоим братьям, она, к сожалению, не состоялась. Кроме того, сохранившиеся письма к братьям в Барнаул позволяют говорить о том, что Блок скучает по их детским играм, шалостям. В письмах встречаются удивительные вещи, которые связаны исключительно с домашней атмосферой Блока. В том числе сохранилось, например, и 7 писем тетки Софьи Андреевны. Ну вот, в частности, в одном из писем очень интересное замечание о том, что он очень скучает по Фиролю и по Андрею, однако не поехал и очень рад этому. А дальше идет цитата. «Не очень, по-видимому, выгодно для Томской губернии сравнение ее с Московской». Я напомню, что тогда Алтайский округ входил как раз в Томскую губернию. «А особенно уж ваши места немного говорят за себя. Остается только надеяться, что вы на будущее лето будете здесь», имеется в виду в Шахматово, «а пока привыкните немного к Барнаулю». Особенно он желает привыкнуть Софье Андреевне, которая очень скучает по петербургским местам, в то время как братья, видно по письму, что довольно быстро адаптировались. И дальше уникальность этих писем в переписке к братьям состоит еще в том, что все письма-то полны таких мелочей и таких замечаний, которые очень тяжело представить объектом внимание Блока символиста. Ну, в частности, эти письма о собаках, о лошадях, о том, сколько стоит хлеб теперь в Петербурге, сколько он стоит в Барнауле, как прошла кампания по сбору урожая. То есть такие вещи, которые совершенно тяжело и с трудом монтируются с Блоком символистом. Поэтому в этом плане эти письма совершенно уникальны с точки зрения того, чем интересовался молодой Блок, хотя ему в ту пору был уже 21 год, а братьям, соответственно, было 17 и 15 лет. Кроме того, нужно сказать, что само пребывание в Барнауле братьев было до 1903 года. Они чуть пораньше уехали, чем вернулась вся семья. И в этом плане письма, сохранившиеся, демонстрируют очень тесную связь между братьями. Например, ты спрашиваешь, почему я не приехал к вам. Для этого есть много объяснений.
Главное, мне невозможно уехать из Шахматова. Здесь без меня очень неспокойно. Я знаю, что мама ужасно горевала бы, теперь ей особенно плохо. Ну, речь идет, конечно, о таком очень неровном психическом состоянии матери Блока, которое проявлялось на протяжении всей жизни Александры Андреевны. В крокет никто не играет. Верхом я езжу только, когда мне нужно быть у Менделеевых. Мне очень скучно без вас. Ты пишешь, что ваши сибирские лошади хуже, но мне кажется, что шахматовские уж очень плохи. Они мало на что годны. И заканчивает письмо следующим образом. Желаю тебе быть умным, целовать маму, это письмо к Андрею, папу, Фироля с длинным носом, а также животных, например, себя. Твой брат Сашура. Ну и несколько примеров того, как всплывают в письмах их детские прозвища и увлечения. Это опять же период, повторюсь, вот такого совершенно безмятежного веселья, о котором тоскуют братья, как живущие в Барнауле, так и Блок, который без них прекратил свои увлечения и театральные, да, и конные. Дорогой Андрюша, письмо от 20 ноября 1901 года. Поздравляю тебя, очень хочу, чтобы ты был умный ученый человек, не как теперь. Спасибо тебе за твое письмо, после которого я действительно очень долго отдыхал, потому что оно очень глупое и свинское. Я не писал тебе много времени, потому что учусь в университете очень много. Ну и дальше идет описание университетских занятий. И опять вот эта игровая шуточная интонация. Я очень жалею тебя, потому что ты часто видишь черта и разных великоруссов и малоруссов. Я очень испугался твоих обещаний сечь меня в Шахматове, но все-таки думаю, что я буду сам сечь тебя, если ты будешь глупым сибиряком, похожим на Гурвича. Но здесь упоминается фамилия соседа, который очень обеспокоил Блоков. И дальше о собаках. Краб был болен, у него была чума, как у всех собак, но я возил его к доктору, и теперь он веселый и шаловливый, как и прежде. Очень много ест, как будто он не собака, а слон. Кланяется тебе и твоему приятелю Джеку. Джек – это собака Андрея. Я же, в свою очередь, кланяюсь тебе и очень сержусь на тебя за свои странные и неумные вопросы. Но прошу не дарить моему внуку конфеты, как ты собираешься. Целую тебя, как Писарев Серебрякова, как краб Мура, и очень жалею, что у тебя нет хвоста. Искренне уважающий тебя Александр. И дальше он дает обещание написать письмо тому кучеру, это детская кличка, по имени Фироль. Ну вот обращая внимание, да, на такую своеобразную детскую интонацию, веселую, очень незрелую, игровую, хотя на самом деле через год Блок женится на Любови Дмитриевне Менделеевой и, более того, станет автором знаменитейшей книги «Стихи о прекрасной даме». Казалось бы, вот этот романтически настроенный поэт живет совершенно в другом мире, но при этом этот мир, до которого уже не дотянуться. Ну и, наконец, последнее упоминание имен обоих братьев в письме и в записи от 3 января 1921 года. Блок записывает уже о разоренном Шахматове. В маленьком пакете, спасенном Андреем из шахматовского дома и привезенном Фиролем осенью, листки любимых тетрадей. Ни следа. Ни ее дневника, ни моего. Листки из записных книжек, куски погибших рукописей мои, куски отцовского архива, кое-какие стишки. На некоторых грязь и следы человеческих копыт с подковами. И это все. Нужно сказать, что это последняя запись, где появляются имена братьев. В августе этого же 1921 года Блок скончается, и это будет отдельная страница и отдельная эпоха из семейного альбома Блоков. Вот таким образом история нашего любимого города Барнаула вошла в биографию знаменитейшего поэта-символиста начала XX века.